Привет, привет! Привет, привет! Вы на канале в гостях у Алисы Егоров. Мы сегодня будем лепить. Из чего будете лепить? Из Play-Doh. Из пластилина Play-Doh. Я буду давить. Тесто для лепки называется, да? Я хочу Что вы будете лепить? Ну-ка посмотрите. Я хочу Пеппу. Пеппа. Я хочу Свинку Пеппу будешь лепить? Нет, я буду давить червячков. Давить червячков? Да. Мне нужен желтый. Помоги мне. А Алиса из какого будет лепить? Червячков. Пеппу. Из фиолетового? Да. Я бы желтый сердечко. Ну, держи. Давай. Держи. Давайте это уберем, чтобы не мешало вам. Егор, помоги. А, она все достала уже, да? Алиса червячков будет лепить. Ой, упала. Ты весь не доставай. Алиса, весь не доставай. Вот сколько влазит в этот шприц, столько доставай. А потом еще, чтобы он не засох. Так, у меня что-то получается. Что там получается у тебя? Сердечко. Так, я его переплюжу. Так, прижму. Так, ну с фиолетового будет вот этот. А Алиса что лепит? Червячков. А, Алиса червячков будет делать, выдавливать, да? Ну, один кошечек не надо. И у Алисы Мишка и Дракоша смотрят, как Алиса лепит, да, из пластилина. И няня тоже. Надо их отталкивать пластилину в шприц, вот так, пальцами. Вот так, пальцем. Ну ты его сильно много туда напихала, он, видишь, не влазит. Он у тебя уже с другой стороны вылазит. Даже без этого. Без второй части шприца. Ты сама его уже выдавливаешь. А Егор что делает? Ну-ка покажи, что ты делаешь. Сердце красивое какое-то. О, у Алисы сейчас червячок полезет. Ну-ка смотрим, как у Алисы лезет червячок. О, здорово! О, Алиса. Ох! Какой червячок получился? Что ты с него будешь делать, с этого червячка? О, ну собирает туда остатки. Что Алиса будет делать с червячка с этого? Украшение. Украшение? Да. А кому ты будешь делать украшение? Маме. Маме из пластилина украшение будешь делать? Ой! Ничего ты как придумала пластилину в этом? Масочка! Чтобы выскакивал. Масочка! Здорово! Ну, Егора, какое красивое сердечко получается. Ну-ка, покажи. Сейчас, вот, тут что, две штучки, тут еще зеленый съел. А ты второго червячка, что ли, Алиса, делаешь? Да. Понятно. А что эти червячки потом будут делать? Ты опять слишком много взяла пластилина. Он у тебя половину от этого бери, вот. О, какой червячок получается. Теперь шприц Алиса его прячет. Все, и теперь выдавливай. Вот, получилось. Еще один. Ну-ка, о, какое красивое сердечко. Переверни его только, а то он у тебя вниз головой. Оно сказало, что оно будет. Почему? Ну вот так вот его надо перевернуть. Сердце-то вот так. Тогда будет вот. Очень странно. Нет, это у меня твой инопланетянин. А, это как на картинке, вот надо криво так делать. Как на картинке, да, криво. Ну, а если картинку перевернуть? Будет так. То будет не совсем красиво. Ну ясно. Ну ладно, пускай будет так. Да. Ты там делаешь все, что на картинке нарисовано, да. Коробочки. Ясно. Так, что еще Егор будет? О, Алиса лезет, еще один червячок. Так, осторожно все. Они не кусаются, эти червячки? Нет. Нет? Они пластилиновые добрые. А, пластилиновые червячки, они добрые все? Да. Да. Ну ясно. И обычные червячки добрые. Понятно все. Что, ты третьего червячка будешь делать? Да. Да? О, Алиса как делает. Выдувает червячка. О, вылетел. Вазочка, это не червячок. Что это? Палочка. Палочка? Или вазочка? Вазочка? Да. А, Алиса вазочки выдувает еще, которые от червячков там остаются. А Егор что пошел делать? Чизкейк? Или торт? Ну, печеньку. Печеньку?
Понятно. Потом угостишь нас печенькой? Может быть, если вы заслужите. Хорошо. Так, Алиса пошла третьего червячка делать. Да? У Алисы будут одни червячки. А они потом не съедят нас, червячки твои? Нет. Так, смотрим внимательно. У Алисы вылазит третий червячок. Бумс. О, он маленький получился червячок. Червячок детеныш, да? Да. Первые были червячки родители, а это червячок детеныш. Червячки родители. Вот сам один это папа, поменьше мама, и у самой мамы это детеныш. Так, Алиса выдувает вазочку. Вот она как придумала доставать остатки пластилина из шприца. О, вылетело, да? Там остатки. Так. Давить. Уже не будешь давить? Что ты будешь дальше делать? Давай раскатывай всякие фигурки, да? Нет, я хочу вот это. Вот так вот, давай там цветочки. Сделай мишку. Мишку, Тедди или Барни, нет. Как он называется? Я хочу вот это. А, ну давай, делай вот это. Давай это уберем, посмотрим, как Алиса делает. Ой, здорово. Ну ты по краям теперь отрывай, чтобы у тебя получилась фигурка красивая. Да? Ой, помялся. О, помялся. Помялся? Ну давай заново сделай. Там же можно быстро переделать все. Это только чуть-чуть пластилинчика. Чуть-чуть? Да. Как на картинке надо взять чуть-чуть пластилинчика и добавить. Давай, добавляй. А Егор что там делает? Пирог украшает? Это не пирог, а печенька. А, печенька. Я забыл. Ну что там, Алиса, у тебя получилось? Ты побольше туда пластилинчика складывай. Теперь со сковороды нашей. А, Егор испек печеньку. Ну, надо о, какая печенька получилась. Вот какая красивая печенька. Ну ладно, будем кушать ее. А! А, здорово! Что это у Алисы получилось? Печенька. Тоже печенька? А что ты ее сломала так быстро? Надо сделать, надо бабочку. А, бабочку? Я сейчас хочу поудавливать. Ну, делай бабочку. Егор тоже сейчас будет делать червячков. Бабочка! Ай, бабочка у Алисы получилась. Ну покажи, мы не успеваем смотреть, что ты делаешь и ты ломаешь. Ну-ка. Какая-то бабочка рогатая получилась. Носорог, что ли? Нет. Ну-ка, покажи на ладошке. Ой, упала бабочка с червячка. Покажи. Ой. Опять упала бабочка. Да что ты, она улетает, что ли? Нет. Она ожила? Ну-ка, покажи. Ой, какая красивая бабочка получилась, Алиса. Ну, сделай, знаешь нам что? Сделай мишку. Я хочу звездочку. Звездочку? Ну, делай звездочку. И засовываем пластик. Так, Егор пошел тоже делать червячков. Или что-то ты другое будешь делать? Я буду делать... Звездочка! Ой, ну-ка покажи нам звездочку. На ручке покажи. Ой, какая красивая звездочка получилась. И сделай мишку. Ну еще. Ой, вылечу. Ну сейчас. Мне вообще-то вылезет. Не вылезла, а упала. Теперь мне там точно вылезет. Так, у Егора вылазит. О, какой червяк у Егора вылез. Ничего себе. Так, что? И как там дальше нужно, чтобы он весь вылез? Алиса выдувала. А как Егор придумает? Чтобы весь червячок вылез. А я придумаю его еще продолжать. А, Егор будет длинного червяка делать. Супер длинный червяк будет, да? Это будет червяк-спасатель. Червяк-спасатель? Или чем-то. А кого он будет спасать-то? Червяков. Это будет червяк такой, как после сильного дождя, после ливня. Когда червяки вылазят на дорожке, на асфальт. Вот такой червяк будет у Егора. Длинный-длинный. Мне кажется, он тебе... Мишка!
Ой, какой мишка получился. Ой, у меня через палец вылазит. Ой, какой мишка замечательный у Алисы получился. Молодец. Давай сделай, знаешь что? Что там еще есть? Сделай конфетку. Сейчас. Ой, он мне сам упал. Упал. Ну-ка покажи, какой он длинный получился. Но все равно получился супер, супер длинный червяк у Егора. Что это такое ты делаешь? Я съелся. Как у моржа. Егор морж. Он сегодня, кстати, пойдет в прорубь купаться и будет моржом, да? Это не морж. Тебе нравится в проруби купаться, Егор? Да. Да, сегодня заснимем ролик, как Егор в проруби купается, и тоже выложим нам на канал. Дай! И вы посмотрите, как Егор у нас закаляется и купается в вертыше при минус 20 градусов. Супер, сегодня у нас минус 20. Супер длинный червяк. Червяк сломался. Но дождевые черви, они же регенерируют. Конфетка. Если из одного червяка сделать два, то получается два червяка. Конфетка. Да, и каждый червяк будет жить своей жизнью новой. Вы это знали? Да. Мы сами. Да. Понятно. Конфетка. Конфетка. Ой, какая красивая конфетка. Дашь мне эту конфетку попробовать? Да. Да? Давай я попробую. Вкуснотища, delicious, вкусная конфетка. Так, у Егора тоже остатки выходят из шприца. Что, Алиса, дальше будешь делать? Вафельку. Вафельку? Ну давай, делай вафельку. Убиваем. Так, посильнее, Алиса, посильнее прижимай. Ну что там у Егора? Синий червяк будет? Да. Тоже длинный будет или короткий? Не знаю. Ну сейчас посмотрим. Ой, он зеленый. Зеленый. Ну ничего, там же на стенках остается. Тут вафелька рыба. Вафелька. Ой, какая хорошая вафелька. Дай папа попробует вафельку. Какая вафелька. Хрустящая, вкусная. Вкуснятина какая, да? Алиса сделала. Я буду дальше делать. А что дальше вот Алиса будет делать? Это что такое? Не знаю. Ну давай сделаем и потом посмотрим, потому что непонятно, что это такое. Какая-то фигурка, да? Ну-ка, что там получается? Побольше пластилина туда, Алиса, налепи. Нет, не надо. Побольше, побольше, потому что он тоненький у тебя получается. Вот как на картинке надо сделать. А как там на картинке? Надо клубничную надо ее сделать. Клубничную? Да, как на картинке. Надо не клубничную. Вот такой. Ой, какой, Егор, длинный червяк получился. А что это такое пукает? Ну это воздух там с червяком. Все, червяк выпал. Я хочу, чтобы... Получился новый червяк. Чтобы у меня была клубничка. Клубничка? Да. И другого же червяк поел. А палочка будет зелененького. Палочка будет зелененького? Ну, у меня палец там застрял. Ты вот отсюда убери тогда вот этот цвет, чтобы они не смешались. Да? И делай теперь. Какого цвета ты будешь делать? Малинового. Малинового? Да. Ну там палец застрял. Это уж у тебя не малиновый, это у тебя зеленый. Надо вот этот малиновый. А, вот этот? Так а ты зеленый тогда. Зеленый зачем взяла, если ты берешь? Это палочка, будет зелененького цвета. А, палочка зелененького. Да. Понятно. На, держи. Вот мой супер длинный червяк. Ой, мне опять поломался. Ну все, поломался супер длинный червяк у Егора. Ну, по крайней мере, я с него сделаю колечко. Вот колечко. Нет, я сделаю наручники. А, Алиса клубничку будет делать. Да, вот такую клубничку. Здорово. А кого ты в наручники-то будешь одевать? Себя. Ну,
зовут Илья, хочу присоединить. Елена будет мальчиком. Это не наручники получается, это у тебя какой-то браслет получился. Все, теперь я привяжу себя вот это вот. Ну-ка, Алиса, сделала клубничку, да? Так. Все, что теперь я чего-то не отцеплюсь. Все, Егор приковал себя. Все, и сразу расковал. Наручники такие были слабые. Алиса, ну что, получилась у тебя клубничка? Нет. Нет? Ну, давай делай. Я кушаю упал. Да, с няней. Столько ничего не делать. Так, Егор, Алиса там делает клубничку. Ой, как, это что у нее так, короче, получается, да? Ну, это все ее? Надо, сколько все он делает. А ты делай вот так, молодец, Алиса, тогда делай одного цвета. О-о-о. Ну-ка, покажи клубничку. Ничего. А, ты отрываешь. Лишненько. Ой, здорово, какая клубничка получилась. Ну-ка, покажи, Алиса, еще на ладошку. Красота какая. Можно ее скушать? Ну, я сейчас что-то долеплю. А, ты еще долепишь? Да. А Егор хочет сразу все сделать. Все эти формочки. Нужно еще красного. Дай кольцо. Ну, хватит, ты по краям делай. Не обязательно, чтобы все попало. Давай, сейчас посмотрим, что у Егора да, получится. Да, чуть-чуть. Но там все равно у тебя не хватит. Ну, однако, ну вот это вот. Блин, да все. Еще песок красный. О, ура! Давай, еще чуть-чуть, чтобы не маска. Ну, посмотрим, что там Егор. Ты что-то такое придумал интересное. Да, ура, Алиса? Получилось! Что там получается, а, Олеся? Какая красота получается у Егора. Ну-ка покажи. Здорово. Я тоже малиновый. Сразу все. Да, здорово. Теперь их разделить и получится очень красиво. Тоже малиновый. Тоже малиновый? Да. Так это не малиновый, это какого он цвета? Он какого-то оранжевого. Красного. А ты возьми, сделай вот из фиолетового. Возьми все свои червячки сюда сложи и сделай точно так же, как Егор. Складывай все свои червячки. Егор, сделай, сложи все туда, этого цвета фиолетового. Я сама. И пускай она делает. Вот, вот еще червячок. Отлепи отсюда синий. Егор, вот отсюда от фиолетового вот этого червячка синий отлепи. Да, потому что там синий прикрепился. Нет, и Алиса тоже будет делать, да? Еще один. Все. И теперь давай эту досточку с формочками, и Алиса будет сама сейчас делать, да? Вот еще Алиса. Вот. Егор, ну дай ей, пускай теперь Алиса делает. Дай ей досточку. Все, Алиса, выкладывай туда и делай точно так же, как Егор делал. Туда клади и раскатывай ручками. Так. О, молодец. О, Алиса, как получается. Здорово. Сейчас у Алисы точно так же получится, да, как у Егора. Ручками раздвигай. Правильно, чтобы в разные стороны было, чтобы все закрыть. Пластилин раздвигай в разные стороны. Или как это? Или тесто это называется? Тесто для лепки, тесто. Да? Тесто для лепки, плейдо. Ну это не пластилин, это и есть тесто. Ну тесто, да. Так, что там у Алисы получается? Конечно. Тебе помочь не надо, Алиса? Нет. Нет, ты сама? Хорошо, приклеивай. Раздвигай, растирай, да? Давай тебе Егор поможет. Нет, я
сама. А то у тебя дырочки там где-то получаются. Или ты сама сделаешь? Сама. И вот так. Смотри, какая горка. Ну, здорово. Хорошо приклеился? Вот, да, с этого края еще ручка. Ручкой прижми еще туда, потом будешь доставать. Или все уже? Да. Ну-ка, давай, показывай нам. Ну-ка, показывай. Ой, какая красота получилась! Здорово, Алиса, что сделал. Ну-ка, показывай, показывай еще. Мы посмотрим. Алиса, покажи. Вот что у меня. Ну, вот у Егора что отлепил, что осталось. Алиса, покажи, да, что у тебя получилось. Подними, мы посмотрим. Алиса, подними, мы посмотрим. Я в маске. Егор в маске. Алиса, ты нам покажешь? Ну, еще тут. Ну вот, мы вот так вот посмотрим, что там у Алисы получилось. Ванночку эту уберу. Она фигурки вот будет отрывать теперь. Здорово. Ну что, вы будете дальше лепить, а мы всем говорим пока-пока. Пока-пока. Мы были на канале в гостях у Алисы и Егора. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал в гостях у Алисы и Егора. А Алиса у нас опять что-то надулась. А мы будем есть по симпледо. Ну все, пока-пока. А мне пока. А вот и Алиса появилась у нас. Хочет сказать всем пока-пока. Как вкусно. Подписывайтесь на наш канал. А я вот начал все есть.